Привет! Сегодня у нас снегопад будет сильный. Вот приехал я за мясом, за колбаской, за костями для собак, жиром и шкурками. Будем супчики варить собачкам. Здесь самое классное место покупать мясо дешевле, чем везде, и лучше. На улице 0 градусов. За бортом машины. Дорога, асфальт обледенел. Скорость сбавил, потому что остановиться я пробовал. Ой-ой-ой, очень скользко. Вот и зима скоро уже. Ждем вечером снег. Привет, привет, папа Саша. Как дела у тебя? Нормально? Аномалия продолжается. Цветочек еще есть. 26 октября. Яблоня. Ну вот, вроде обещанный снег пошел, который обещали вечером. Может, навалит за ночь? Печка горит. Еле-еле. Даже не видно. Дрова сушатся. У меня все мокрые дрова. Обалдеть. Уже на улице мороз. И снег он заметает машину. Понемножку. Попал я. Дома 14 градусов. Все, больше не могу поднять температуру пока.